галочек не делать. Блядь, почему никто нихуя не знает ничего, блядь? Как мы, блядь, работаем? Заебался я уже все это говорить, блядь. Кто фамилия, как? Фамилия, блядь, Итов, напишешь объяснительно. Почему у него инструкция работает? Никто не контролирует, блядь. Чё стоят тут толпа баранов, блядь? Мы чё, инструкция-то вообще нахуй хуй? Кому пишем, блядь? Правила, инструкции, блядь. Чтоб нарушать их, что ли? Идите нахуй домой вообще, блядь. Пришла, блядь. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы работаете при службе «Лукойл»? Да, слушаю. Вы могли бы представиться? Меня зовут Ибрат Сафо. Я сотрудник узбекской службы BBC. Ну, очень приятно. Я слышу вас вопрос. И вас как зовут? Пресс-службу можете так. Хорошо. Мы бы хотели узнать, планирует ли «Лукойл» сделать публичные извинения после того, что Иван Шилов обозвал сотрудников узбеков баранами? Ну, во-первых, не сотрудников. Вы посмотрите, у нас на сайте, на нашем веб-сайте опубликовано официальное заявление компании. Я это видел, да, но там ответа на мой вопрос нету. Поэтому я спрашиваю, планируется ли публичные извинения? Компания опубликовала заявление на сайте. Вы можете ознакомиться с ним. Это хорошо, то есть вы не отвечаете на этот вопрос. Другой вопрос, если можно. Вы понимаете, вообще компания «Лукойл» понимает тяжесть этого слова, серьезность слова «баран» в отношении узбеков? Почему по отношению узбеков? Это два физических лица между собой разговаривали. То есть это не... При чем здесь народ вообще? При чем здесь народ? А тогда почему именно слово «баран» использовалось? А что, вы его как-то отождествляете с народом? А вы не отождествляете? Нет, конечно. Нет. Это вообще очень неправильно с вашей стороны такую версию выдвигать. То есть господин Шилов прав использовать такое слово, а я не прав, да? Господин Шилов был прав. Ну, давайте так. Официальное заявление компании опубликовано на сайте. Позиция компании опубликована. То, что в компании сейчас проводится внутреннее расследование, и меры будут приняты ко всем участникам инцидента. А сколько будет длиться расследование? Сколько будет длиться расследование? Вы узнаете, следите за нашим веб-сайтом, все публикации будут там. То есть компания видела видео, там ясно, что кто говорит, но у вас идет расследование, и вы не планируете извиниться? Конечно, идет расследование, потому что нужно знать причины, которые спровоцировали человека, значит, какая-то вина. То есть, если причина есть, то можно обозвать узбека бараном? Ну, вы не утрируйте, ладно, не нужно выворачивать это так. Нет, вы так говорите, как будто если причина есть, то можно использовать это слово. Слушайте, это случай, он сейчас расследуется, то, что касается компании. То, что вы сейчас говорите, это ваша личная позиция как физического лица, как журналиста. И вы говорите как представитель «Лукойла». И вы говорите, что «Лукойл» не воспринимает это слово как оскорбление, как тяжелое оскорбление в отношении узбеков, так? Причем здесь узбеки сейчас? Потому что он сказал «идите в свой кишлак». Он кому это говорил?